вы знали о том, что у вас есть нарушение дизайн-кода, вы же знали и знали прекрасно об этом. Вы к нам приходили, мы вам объясняли, что именно не так, да, не было предписания, потому что у нас не было ваших данных. Естественно, сейчас мы люди монтируем конструкцию, которой не установлен собственник. За информационные вывески борется собственник магазина фейерверков на улице Дзержинского. А надо было самостоятельно ликвидировать несоответствующий дизайн-коду надписи в установленный срок. Так можно было избежать штрафа и конфликтов с городскими властями. Мы публиковали на сайте администрации, в газете «Городские известия» о том, что сегодня будет демонтироваться данные конструкции. Была приложена также фотофиксация, какие именно конструкции будут демонтированы. А после МКУ ГОЧС увезет данные конструкции на площадку УКСа. Собственники могут их забрать, оплатив стоимость демонтажа и хранения. Вывески демонтировали с дома по адресу Дзержинского, 39. В ближайшее время от визуального шума избавят улицу Радищева. Кристина Горлатых, Максим Леонов. События дня.